На этом видео представляю контроллер, очень дешевый, изготовленный на базе двух вольтметров цифровых китайских. Сделана схема специальная. И это термоконтроллер до температуры 400 градусов. Схема не моя. Сразу же оговорюсь, что схему разработал очень отличный специалист Виктор Сочи. Ссылку о нем я помещу ниже в описании, и каждый может посмотреть видео Виктора Сочи полностью, как сделать можно такой контроллер. Теперь продемонстрирую работу этого контроллера. Для этого вот такая термопара. Подключаем ее вот сюда в гнездо. Вот кабель питания 12 вольт. На ток не менее ампера. И вот такой вот нагреватель самодельный, изготовленный. Алюминиевая плитка, нехромовая спираль на 12 вольт и пол ампера. Вот. Подключаем нагреватель вот сюда. Два белых провода. Красный и синий – это питание 12 вольт. Ну и можно, в общем, уже подключить к питанию и задемонстрировать работу. Да, еще. Значит, этот контроллер предназначен для регулировки температуры, установки регулировки температуры до 400 градусов при токе до 20 ампер. Так что мощность 250 ватт можно спокойно подключать. Итак, вставляем в нагревательный элемент термопару для контроля температуры. Так. Теперь здесь такой блок питания китайский. Вот. Установленная температура 12, напряжение питания 12 вольт. Так, подключаем его. Так, подключили. И теперь включаем напряжение питания, подаем. Ну вот, пожалуйста, контроллер заработал. Сейчас он показывает, температура комнатная 25 градусов. Вот этим потенциометром регулируем, устанавливаем температуру. Вот. Сейчас посмотрим, какая максимальная может быть температура установлена. Вот 400 градусов. Открутим назад. Вот внизу светодиод, он индицирует включение-выключение нагревателя. Ну, установим сейчас, скажем так, 40, ну вот, пусть будет 50, вот, 50 градусов. Вот, начал нагреваться. Смотрим ток. Ток полампера практически. Мощность потребляемая почти 6 ватт. Все. Ток сбрасывается, видите, 200, 180, 130, 100 миллиампер, 79 миллиампер. То есть температура уже дошла до заданной, но вследствие инерционности, то есть температура не сразу доходит до термодатчика, до термопары, температура, верхняя шкала показывает температуру измеряемую, а нижняя установленную. Установлена 50, а измеряемая температура 53. Вот. Из-за того, что чуть-чуть наступает
перегрев ввиду охлаждения. Вот смотрите, на поддержание всего 1 Вт расходуется и 0,85 миллиампера. Так, установим температуру побольше. Вот давайте 100, ну пусть будет 108 градусов. 108 градусов. Вот температура начала расти стремительно. Ток у нас опять полампера, 12 вольт полампера и 6 ватт мощности подается. Мощность, конечно, это мизерная. Я говорю, здесь можно работать с токами до 20 ампер. Там мощный MOSFET на в качестве ключевого регулировочного элемента. Так, ну вот уже 82, 83. Вот, уже 102 градуса, 103. Ток все еще большой, почти пол ампера и 6 ватт. Вот ток начал резко падать. То есть температура дошла до заданной. 108 градусов. Все. И теперь контроллер работает в режиме поддержания температуры. То есть эти 108 градусов поддерживаются. И для поддержания расходуется где-то в границах до 2,5 ватта ток 250 миллиампер в среднем. Но он прыгает. Почему? Потому что контроллер следит за этой температурой. Вот. То есть температура поддерживается уже малым током. Только в режим разогрева идет большой ток. Увеличим еще температуру, скажем, до 150 градусов. Вот 156 будет. Опять у нас начался рост температуры. Посмотрим на ток. Опять ток полампера, уже более 6 ватт идет мощности. Вот. Идет разогрев. Вот уже до 150 градусов почти дошло. Посмотрим на ток. Вот 400. Ток уже начал падать. Уже начал. Нет, 450 миллиампер. Вот, начал падать ток. Значит, температура где-то дошла уже. Где-то дошла уже до заданной. Но показывает 153, а задано 156. Почему? Потому что слишком сильное охлаждение идет. То есть изоляции практически нагревателя нету. Поэтому термопара показывает меньшую температуру, чем заданная. На 3 градуса, собственно говоря, это немного. Ну, а на поддержание идет уже 300 с лишним миллиампер тока и почти 4 ватта. 4 с лишним даже ватта на поддержание. Почему? Потому что у нас не теплоизолирован нагреватель, потому у нас и разница есть в температуре фактически измеренной и температура заданной. Задана 156, а температура сейчас измеренная. Что сделать? Теплоизолировать. Попробуем сейчас теплоизолировать наш нагреватель. Вот каменной ватой заложим. Так. Итак, вот немножко мы теплоизолировали от окружающей среды. Вот уже потери меньше. Посмотрим, какой теперь ток. Так. Пошевелили немного. И у нас изменился контакт, пропал. Так, у нас уже что? 154 и 156. Разница только 2 градуса. Ну, теплоизоляция тут не такая уж она ахти-то какая.
Так, а для поддержания 300 мА тока 3 ватта, то есть уже меньше. То есть эта теплоизоляция играет роль. Теплопотери уже меньшие. О, пожалуйста. Так, увеличим еще температуру, скажем, да, дадим 220 градусов. 220 градусов – это, в принципе, температура для плавления, для размягчения ПЭТ-пластика. Вот, 220. Ну, пусть будет 222 градуса. Для размягчения ПЭТ-пластика в машинке, в станочке, для производства филамента для 3D-принтеров доморощенным способом. То есть домашним способом можно производить филамент для 3D-принтера из ПЭТ-бутылок. И тогда именно нужна такая вот температура порядка 218-220 градусов. Вот температура растет. Посмотрим снова на ток. Снова ток у нас больше полампера, 5,5 ампера. Мощность, которую тянет нагревание, 6, почти с половиной ватт. Вот температура растет, уже 186, 187. Ну вот уже снова я включился. Температура уже дошла до 206 градусов. Задано 222. Вот посмотрим, как там ток. Ток по-прежнему 5,5 ампер и мощность 6,5 ватт тянет нагреватель. Вот 210 градусов, 211. Температура растет, растет, растет. Внизу горит светодиод, что нагреватель у нас включен в постоянном включении. 215. Вот, кстати, когда он уже дойдет до температуры, светодиод уменьшит яркость. Почему? Будет уже импульсное нагревание, то есть частичное, только для поддержания температуры. Так, 217, посмотрим, как ток. О, ток начал падать. Уже 380 мА, 400, 380 мА и 4,5 Вт. То есть он уже в режиме чуть догрева, догрева. Вот, 217, температура измеренная, 221, заданная. Наверное, там термопара немножко у нас из отверстия выпала. Ох, холера горячая. Вай. Ну, о, вот, вот уже термопара, она выпала немножко из отверстия, видим, сейчас опять высунулась. Но, в принципе, все дошло, и на поддержание этой температуры, то есть на компенсацию теплопотери у нас около 300 мА идет, около 4 Вт. Вот, температура поддерживается. Ну, сейчас сбросим температуру. Вот, видно, нагреватель выключился. Вот, температуру мы вот поставим на комнатную. Вот так, 24. Вот, очень быстро начала падать температура. Уберем сейчас эту теплоизоляцию, чтобы быстрее у нас охлаждение происходило. Вот так. Вот. Вот температура падает, нагреватель выключен. На ток посмотрим. Ток всего 30 с небольшим миллиампер. И мощность меньше полватта. То есть это только там на работу устройства, на работу контроллера. Вот уже 180. Ну, короче, можно завершать.